Хотите чай? Возьмите. Спасибо. Сегодняшнее утро на ДМЗ началось с чаепития. Рабочих угощали из 300-литрового самовара. Гигант родом из Запорожья. Без него не обходится ни один праздник на заводе. И у нас все время самовар. Угощают наших рабочих. Чай очень хорошо. Нам очень нравится. Да. Торжества на заводе по случаю отлива 5 колоколов. Вес самого большого – почти 100 килограммов. Освещали звонницу молебном и крестным ходом. Качество и звон донецких колоколов настоятель храма отец Георгий проверяет лично. Результатами остается доволен. Очень мелодично. Отлили колокола для Свято-Троицкого храма в Старобешево и для церкви в Луганске. В епархии гордятся. Донецкий звон звучит в разных странах. Мы осветили эти колокола, и я думаю, что теперь уже 131 храм имеет наши колокола, которые, ну, звонят по всему миру. И в Украине, и в России, в Грузии, и даже в Антарктиде. Здесь приятно святой Трифон изображен. Изготовление колоколов стало началом торжеств на ДМЗ, посвященных 140-летию завода. Мастера литейного звона обещают на достигнутом не останавливаться. В этом году для храма в области планируют изготовить еще несколько колоколов. Елена Витык, Владимир Пельгук, телеканал «Донбасс».